Всем привет! С вами Селиванс и Екатерина. Покажу, как правильно одевать на голову полотенце для волос. Увидела, что неправильно одевают. Смотрите, это микрофибра, очень такой мягкий, толстый материал. 300 с чем-то рублей стоит. Ну, минус еще кэшбэк в Фаберлике. Значит, смотрите, мы его одеваем вот так, пуговичкой наверх, да, вот, волосы там засунули, куда надо или что у вас там, если вы голову покрасили, маску сделали или просто она у вас мокрая, очень хорошо. Смотрите, сзади мы перекручиваем, вот так вот. Но у вас волосы там уже, они мокрые, они там хорошо сидят вот здесь. Смотрите, вот так мы делаем и дотягиваем эту пуговичку вот сюда. Вот. Получается вот так. Такая красивая челма получается. Но здесь у вас еще будут волосы, они у меня внизу получились, потому что сухие. А мокрые они вот здесь будут красиво, и вы дома ходите такая красивая в такой штучке. Вот. Видите, у меня выпадают, но мокрые они не выпадают. Если вы одели под нее шапочку от душа, ну, вот этой душевые шапочки, нанесли там маску для волос или масло какое-то кокосовое, репейное или что там, чем вы пользуетесь для волос, и вот одели, и все. Можно еще в ней спать, тоже очень удобно, очень мягкая штука, вообще прям приятная для волос, ну и все. Такое вот классное полотенце.